Улица 22-го партсъезда преображается день ото дня благодаря масштабным работам в рамках реконструкции инфраструктурно значимого дорожного объекта. Ранее на нижнем участке в границах улиц Солнечной и Новосадовой завершили переустройство коммуникаций. Переуложили три водовода, одну линию фекальной канализации, устроили заново ливневую канализацию, сделали ее более современной, на правильных отметках заглубили, вынесли дождеприемники, переустроили линию связи, вернее, кабельную канализацию связи, там порядка 60 кабелей. Мы подготовили гильзы для укладки электросетей, электроснабжения, освещения данного объекта, для питания светофорного узла. Достаточно сложный участок, насыщенный в плане сетей. Очень многие работы проводятся вручную, для того, чтобы не повредить то, что уже сделано, то, что работает, чтобы не оставить абонентов без воды, без связи, без электричества. После приведения основания дороги в порядок подрядчик дождался положительных лабораторных результатов. И в конце минувшей недели на участке от Солнечной до Новосадовой рабочие сосредоточились на укладке нижнего слоя покрытия проезжей части. Согласно проекту, дорогу расширили с трех полос до четырех. Для повышения безопасности дорожного движения встречные потоки транспорта будут разграничены разделительной полосой. Ею уже занимаются, устанавливают бортовой камень. Впоследствии на разделительной полосе сделают плиточное покрытие. В районе перекрестка с улицей Новосадовой для остановки общественного транспорта обустроят остановочный карман. Данный объект находится на постоянном контроле. Куратор осуществляет контроль, мониторинг данного объекта. Также это контроль со стороны руководства департамента, администрации города. Отставания от графика нет, работы ведутся в соответствии с графиком. На участке, где идет укладка асфальтобетона, трудятся порядка 40 сотрудников подрядной организации. Используют спецтехнику, асфальтоукладчик, комплекс катков для работ в соответствии с технологической картой и другие машины. После завершения этого этапа работ устроят верхний слой покрытия проезжей части. Работы будут выполнены с использованием высокопрочного асфальтобетона, характеризующегося долговечностью и способностью выдерживать высокие нагрузки. Местные жители с нетерпением ждут открытия новой дороги. Мне очень нравится, когда вот этот район обустраивается, и мост сделали развязку, и дорогу вот эту переделали. Молодцы. Я хожу и наблюдаю, как они делают. Качественно. И все ждут эту дорогу, когда откроют. На верхнем участке от улицы Новосадовой до Московского шоссе работы ведутся не менее активно. Там переустраивают инженерные коммуникации, готовят место под дорожное покрытие. Реконструкция улицы 22-го партсъезда связана с повышением эффективности разгрузки трафика. И вместе с эстакадой на пересечении улиц Новосадовой и Советской Армии, которая появилась в октябре 22-го года, позволит транспортному узлу стать максимально удобным. Проект реализуется по государственной программе развития транспортной системы Самарской области на 2014-2025 годы и по муниципальной программе сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2026 годы. Все участки улицы 22-го партсъезда, на которых сейчас идет реконструкция, планируют ввести в эксплуатацию в конце января следующего года. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.